И опять я на работе. Сарханушка, скажи привет. Да это я видео снимаю себе для Украины. Маме буду показывать. Привет, мама. Привет, мама. Передавай моим тёлочкам привет в Украину. Привет, Украина. Очень большая вилла. Очень красиво здесь. Это такой парк. Здесь есть детские площадочки. Все, что нужно. Здесь люди бегают. В общем, очень красиво. Потом сниму вторую часть. Вот это вот бананы растут. Вот. Вот это дерево, это бананы. Украина? Мама, папа. Мама, папа. Так, это наша кухня. Вот Абла. Абла. Привет. Наберется. Коллеги, сын Абла. Саула, сын. Десина. Привет. Мама, папа. Было, всем привет. Вот тут я работаю. Здесь. Это Бандерас. Что, забыл? Шакира. Шакира. Forget. Мы обслуживаем просто виллу. Мы здесь принимаем гостей, ну тут вроде как завтраки, там кухня и все. Вот тут вы видите черный вход. Вот это мое любимое место здесь. Прихожие. А это оно. Здесь очень красиво. Большая плазма, здесь вечером можно смотреть фильмы. Вот. Очень красиво. Здесь вы видите фонтаны. Водичка такая. Так. Тут ребята мангал делают. Вот это фонтанчик. На самом деле вилла очень красивая. Тут растут три мои любимые пальмочки. Фонтан. Мои любимые цветочки. Это наша подсобка. Тут хаус-киперы, тут находится мыльное, брыльное, рыльное, все, все, что положено. Всякие бальзамы. Вот такие всякие пилочки. Все выдается в вот таких штучках. Нитки, иголки, все, что надо. Короче, наша кибитка. Здесь находится бухло всякое, виски, ром, фрукты, водичка, ананасы. Что меня очень радует, можно жрать все, что хочешь, пить любые фреши. Короче, люблю свою работу. Пошли дальше. Вот это вы видите наш багги, на котором мы постоянно ездим. Вот такая вот штучка. Вот так вот выглядит вилла. Черная. Там дальше уже, если прямо смотреть, идут другие соседние виллы, очень богатые. Есть три виллы. Я работаю на Приамусе, есть Перис и есть Гектор. Ну, такое маленькое, краткое интервью. Смотрите, ребята, у нас все в тумане. Ой, блядь! Мне голова болит, блядь! Блядь, ты вру! Ёбана, блядь! Ааа!
Создан Алмасай, на гелекнен Алмасай. Kalbiye yaradana güzel gel olmasaydı. Ay arzumda arzum beni yarayın. Maşallah. Dünyada sevmeler seni yalnız güzel beni içinden öse.